Продолжаем. Сорян, прошлое видео вылетело на рабочий стол, и я подумал, хрен ли его перезапускать. Один черт надо было уже заканчивать, так что ладно. Не стал уж и там. Шантария. Здравствуйте, Шантария. Что вы мне скажете? Добыть для меня 3 черепа стремительных ужасов магов. Я телепортировался в это место, но дальше заходить не осмеливаюсь. По профессии я ювелир. Я здесь ищу кое-что необычное. Пожалуйста, принеси мне 3 черепа, которые стремительные ужасы маги носят на плечах. Я хочу сделать из них очень необычное ожерелье. Насколько я знаю, магов можно найти в спрятанной пещере у Большой Башни. Не беспокойтесь, я все сделаю. Окей, ладно. Сделаем. Пока ты за моим черепом не охотишься. Какая же ты жуткая. Да, бахнем. Цец. Подбираем. Ничего, желающие есть получить по мордасам? Подходим, подходим, не стесняемся. Лук пыток. Не, в топку. Отстань. Отстань, тебе говорят. Тебя тоже касается. Движись. Спасибо. Все. Это я удачно зашел. О, золото. Золото я люблю. Кто его не любит? Оно красивое. Хотя ладно, вру, я люблю серебро. Вот серьезно, чисто, так сказать, вкусовщина, но вот я почему-то очень люблю серебро. Внешне и вообще, вот, мне больше нравится серебряное украшение. Как-то так. Невероятно, тебе удалось сделать это. Не так-то просто достать тебе черепа. Но-но, благодарю тебя от всей души, у меня получится прекрасная цена на ожерелье. А ты не торговец? Нету. Шо? Ой, подавись ты этой наградой, блин, тоже мне. Такое чувство, знаете, вот по получаемым наградам, что я играю, во-первых, не на золоте, а на бронзе, а во-вторых, ну, серьезно, как будто, я не знаю, я на какой-то прям совсем начальной стадии, что еще от игры, еще, знаете, тут еще гулять и гулять и гулять и гулять. Хотя это вроде как дополнение. Фиг знает, конечно, может я уже ухитрился пройти по тем локациям, куда мне в принципе ходить было не надо. Это я могу, да, 5 лук. Нахрена мне лук? Слушайте, у меня, как это, вопрос к создателям игры. А для магов вообще посохи-то выпадают? Наподобие того, что я сейчас на себе, блин, ношу. Вы вспомните, когда я последний раз... Украшенные сапоги пламени. Кстати, да, сапоги мне не подходят. Лежать. Вот за что я люблю крит удара. Пираса, блин. Лежать. Тэн. Да ты чё встал-то? Так, лежать. Лежать. Да отстань ты. Ой, кто это? Ну, Шаддар. А, вот где мой сундук. Ну да, логично. Где ж его еще не... Где ж его разместить-то? Отвали. Зачем его размещать у торговца? Да, не, что это за херня? Гениально вообще. Зачем? Вот ну, нафига его сюда-то поставили? А, не то. Шаддар пока может идти лесом. Ты-то откуда взялся? Кинжал вожди даже смотреть не буду. Бежать. Так. Тут мы были. Тут мы везде были. Вот здесь у нас остался неисследованный кусок. Так. Ну понятно. Вот сейчас мы... Ага, и вот еще кусочек, да?
Ладно, давайте сейчас... А, это тупик, что ли? Да ладно. Это что такое? Пещера? Ой. Да уйди ты. А, зашибись, все резнулись, а. Хоть, хоть эликсирчик попьем. Это какой-то проход на какую-то другую сторону. Шаддар пока подождет. Я собираюсь посмотреть всю территорию. О, это как ты? А там я как золото пропустил. Я собираюсь сначала изучить всю дорогу. Нам наверняка в ту пещеру надо будет. Так. Ну чё, товарищ? Кузнец. Точнее, этот торговец. Ну, такая. Процент каждому сопротивлению. Вроде мелочи, приятно. Но не упихать некуда. Я попрошу... Как это, господа офицеры, молчать? Попрошу без подсказок из зала. Как это? Я знаю, что вы мне можете предложить место для запихивания. И вы знаете, что я могу на это ответить. Так... Бежать. Блин, мне... Эх, жалко все-таки, что те 20% не сыграли свою роль. Все-таки... Как бы мелочь, но... Но все-таки это приятная мелочь. Есть. Интересно, да, что вот некоторые бросаются довольно сильно загодя, а некоторые что-то продолжают тупить. Хотя... Вот этот, пожалуйста, пошел. Почему пошел? Почему так издалека он пошел? Он явно пошел к нему. Ох ты. Орлы Эйслинг. Подожди, я что-нибудь такое находил уже. По-моему, я такое находил. Чё, сныкался? Погадить присел? Ну, извини. Нарушу я твое уединение мощным огнишаром. Так, давайте все-таки здесь пройдемся, как я уже сказал. Так сказать, замкнем круг окончательно, чтобы не оставлять. И потом уже доп-миссию мы выполнили. Очень плюшевую доп-миссию тогда. А вот и Пентакль Байлета. И что, что у нас даешь? И что такое пентакль? А. Ага. Ну, в принципе. Ко всем способностям. Ага, понятно. Ага. Процент каждому сопротивлению. Байлет. Физическая сопротивляемость. Крит удар. Хм. Ладно, посмотрим. Вот, собственно, мы байлета и собрали. Как я хотел. Глянуть на него. Как говорится, получи и распишись. Да выпей ты эту гадость. Посох мага. Стоп. Золотишко. Тишка. А, все, дошел. Ой, как хорошо. Так, стоп, секундочку, да? Я правда дошел? Да. Угу, ну да, вот. Долг был путь обходной. Но зато я все посмотрел. Ну, это да, согласен. Тут какое-то затемнение странное. А, да-да, это странное место переход. Так, здесь мы везде были. Все, можно назад. Отлично. Просто отлично. Все смотрели. Все увидели. Подобрали байлета, что самое важное. Причем в момент, когда я могу сейчас вернуться домой... И полностью переклепать. А, хотя зачем, думаю, мне ж кузнец тут. Ну да, и сундук недалеко. Вообще красота. Сейчас посмотрим, что это за... Лежать.
Ох ты ж, батюшки. Какой факел злючный. Каких фермеров, блин? Тут три торговца. В пыли причем. Сидят. Сами не понимают, что они тут делают. Так. Невежественных торговцев. Я бы невежественного создателя... Человека, который расположил тут мой сундук, блин. Не обманул бы, а нагнул по полной программе. Так, давайте уберем тут все, чтобы ничего не вылезло. Так. Лежать сказано. Ах ты, собака страшная. Так, Байлет, подожди. Ай, Сочи Шадар. Как ты там, в общем, забыл? Так. Пентакль Байлета. Стена Байлета. Страсть Байлета. Вспышка Байлета. Труселя Байлета, да? Так, а Байлет у нас есть? Искра Байлета, это вот тут, да? Ага. Так, так, сейчас, минутку. Сообразить, почему щит? Почему я щит убрал? Огненная кожа. Я убрал щит, потому что с... А, огнешар, да? Нет, это не то. Вот. 100% к стрелкам. Угу. Давайте посмотрим. Так. Раз, два, три, четыре. И как я выгляжу? Хе-хе, ну довольно забавно. Так, ладно. И что у нас дает Байлет? Горящая кость. Что это такое? Минутку, подожди. Текущий уровень 66. Так, сейчас минутку. Ко всем заклинаниям плюс 2. То есть Амари мы убрали только две вещи. Защита и ментальная. А, вот кого заменил. А, ну логично, да, в принципе. Угу. Так, какая-то горящая кость. 50% повреждения огня. Так, минутку, сейчас. Так, вот сейчас сколько у нас? 1, 3. 8, 9, 3. Так, 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 так. 1, 4, 4, 6, 1. Так. Угу. Магия земли, магия огня. Магия огня плюс 10. Ну, это такое. Не шибко важно. Что такое горящая кость? Что такое горящая кость? Черт возьми. Так, там внизу какая-то хрень появилась. Брось отсюда. А я, кажется, знаю, что такое горящая кость. Хе-хе. Так, минутку. А, так, устойчивость заклинанием. Ко всем заклинаниям плюс 2. Это понятно. Лишь шанс получения особых... А, вот почему я это таскал. Шанс плюс 61. Ну да, знаете, такое приятное достаточно. Хотя, стоп. А тут что? А, заклинанием. Ну, это понятно. Балет что дает? Нет, не то. Огонь плюс 40. Кожа плюс 10. Процент каждому сопротивлению. Магия огня плюс 30. Подожди. Так, стоп. Магния вообще 56. 104. А так 95. Хм. Чистилище-то у нас... Забыл. А, вот это чистилище. 33. No. Спиральку бы лучше. Так, тут чистилище, медитация. Тут просто ко всем заклинаниям плюс 3. Так, что еще? Щит. То есть вот это и вот это. А почему же тогда просаживается так сильно? Из-за тебя, может быть? А, может быть, из-за этих всех штук. Горящая кость, это, видимо... Так, стоп, подождите. Мне надо посмотреть, что такое горящая кость. Сейчас. Так, ну, в общем, я посмотрел, что такое горящая кость. Не совсем понял, врать не буду. Там как-то с описанием немножко беда.
Ну да фиг с ним. Кстати, у меня очень сильно это... Давайте-ка попробуем этого Байлета. Нравится он мне. Так, сейчас тут немножко надо будет его подковать. Так, я перезашел, так что зайдем сюда в магазин. Может, что интересное появилось. Так. Ну да, пошел я нафиг, как обычно. Так это уже было, по-моему, такой посох. По-моему, да. Было. Так, тапочек никаких крутых не завезли. Ко всем заклинаниям плюс один, смешно. Скоростное заклинание плюс 100. Хорош тапки. Огнешар лучше. И разная. Вносливость, ловкость. Ну да, как обычно. Пошел я в зопу. Лента с... А, вот эту забыл глянуть, да? Так, ладно. Значит, как у нас... Так, ты... Уйди. Я сказал, уйди. Не совсем я пока что понимаю смысл этого горения. То есть он вроде как горит, но дает ли это какой-то прям заметный эффект, я не уверен. Так, давайте... Сейчас. Так. Значит, это ладно. Это мы убираем. Так... Блин, тут стрелки плюс 100, зараза. Хорошие вещи, древняя чешка. Так, значит, что у нас давала вот эта штука? Ко всем заклинаниям... А, вот почему ко всем заклинаниям плюс 3, понятно. Так, ладно. Давайте пробовать. Значит, из тебя мы выковыриваем... Вот это. Тебя на место. Так. Тебя сюда. А, это Сэлвимир я сюда запихнул. А, забавно. Ну ладно, пусть. И, соответственно... Я думаю, все-таки вот эту штуку я сюда сделаю. Да, чисто защиту. В щит защиту. Да, вот так вот пусть будет. Процент сопротивлению, защита. Да, вот заклинание 40. Да, пусть так, пожалуй, будет. Дальше. Значит, с тобой... А, тут две. Что у тебя тут штука дает? Повреждение мешает золото, они сдают 3%, магия повреждения плюс 10, сопротивление огню плюс 40. Ладно, пусть будет, хрен с ним. Значит, сюда вот это и вот это. Бунтск. Все. Угу. Вот жалко, нигде не прописано, это вероятность нанесения критического удара. У меня там плюс 3, здесь вероятность, да, вот тут вот вероятность. Ну, то есть много этих вероятностей, но я вот нигде это прочитать нельзя. Вот в чем беда, как бы. Сколько всего-то. Так. Ага, здесь у нас одна защита и два заклинания, да? И процент каждому сопротивлению... Процент каждому сопротивлению плюс 15. Магические знания, владение мечом. Я бы не сказал, что это прям офигенная штука. А, вот почему я его одел. Ну ладно, фиг с ним. Почему одна из них желтая? Кстати, до сих пор не знаю. Допустим, мы сюда воткнем вот так все-таки, пожалуй. Такую штуку. То есть заклинание ко всем заклинаниям, процент каждому сопротивлению, да. Вот. Таким вот образом. Ну, это продать. Что у нас выходит? Выходит у нас следующее. 1.4. Ну, вот это мы, по-моему, вернулись. Но при этом, заметьте, слушайте, скорость как увеличилась. У меня сейчас 0.9. А с этой фигней сколько будет? 0.7. Совсем другое дело, ребят. Ну, как бы, ну, ладно. То есть, в принципе, даже вот эту штуку можно теперь убрать отсюда. Ну, 0.9, 0.8. Хотя, подождите, нет, нифига. Теперь-то, наверное, я могу... Сейчас. Да, я теперь могу дальше огненный шар качать. Вставляюсь на отметке 0.7. Да, это круто. Так, значит, это мы... Ну, а Мари мы пока оставим. Все-таки защита плюс 50, регенерация. Фиг с ним. Повреждение горящей кости. Огонь повреждений, шанс нанести открытую рану.
Ладно, пусть пока будет этот фурор Байлета. Ну-ка. Забавно смотрится. Так, ладно. Это на место. Кстати, он еще и магию земли подкачал, да? Ну-ка. На маг... Нет, не магия, огня плюс 30. 53 к защите. Ставлю заклинание. Плюс 56, извиняюсь. Так, что есть медитация? Чистилище. Да ладно. Байлет, регенерация. Что у нас еще от байлета? Пентакль, страсть, вспышка стен. А, щит. Да, вот магия земли плюс 20. Мелочь приятно огненная кожа. Не кожа. 34, да? Ну, 62%. Ну, то есть, в принципе, вот если с байлетом, да, можно огнекожу взять. Место, например, чего-нибудь. Ну, да, это, ну, это опять же, говорит, момент с прокачкой. Так, значит, что у нас? Давай, товарища Мари, сюда. Это сюда. Ой, а чё ж я это не продал? Тьфу ты! Тяжелый щит легенд. Ладно, пусть пока вот тут рядом с вот этими штуками полежит он. Они как-то прикольные. Пусть, да, он тут отваляется. Мудак я. Сейчас, извините, сбегаю, продам. Ну, в целом, ладно, сейчас посмотрим. Не уверен я, что я правильно поступил. Фиг знает, на самом деле. Тоже вот, что такое... Блин, секретное повреждение, забыл глянуть. Балда. Угу. 134 секунды? Нормально. Это сколько? 102 секунды. Так, чувак. Держи вот это. И вот это. Ну, это выкупим. Ничего нового тут не нарисовалось. Случайно, вдруг. Пока меня не было. Где тут доставка была? Нет, да? Ну да, пошел я нахрен. Ну ладно, пойдем. Обнимемся, вместе пойдем, да? Защита от стрелков, конечно. Блин. О, фига себе, магия воздуха вообще просела. Ну да, она у меня, в общем-то, только за счет. Я ее уже вообще не качал. Сам бесполезный, как по мне, скилл. Сгорел. Здорово. Я сам. Демоны Андукара поставили свои ворота в моей башне. Освободи башню, уничтожьте ворота. Опусти оружие, вражда между нами закончена. Понимаю, это звучит для тебя странно, но я прошу тебя поверить мне. Мы сражаемся с общим врагом. Теперь я знаю, что такое гнев богов. Я провел в заключении несколько эпох. Время в моей тюрьме, находящейся между измерениями, текло иначе, чем здесь. Все это время я молил богов о пощаде, и наконец они смилостивились надо мной и отправили меня обратно в этот мир, дав шанс искупить свои злодеяния. Послушай, что я скажу тебе. Убей Нинокара. Уничтожь ворота, и тебе откроется путь во внутренний круг ада. Ступай, наше время уходит. И все? Куда идти-то? Внимание, вопрос. А там что? Они, конечно, прикольно горят, но... По-моему, вот эти 10% сопротивления дополнительного. Ой, сопротивление, говорю, усиление. Были куда как полезней. Сейчас вообще что было? И неожиданно я перестал их пробивать, да? Что-то эти секретные повреждения были довольно прикольными, судя по всему.
Ну, я хотел поджигание. Вот вам поджигание. Получите, как говорится, и распишитесь. Ладно, пойдемте по сюжету. Кто там в текстурах застрял? А, упустил момент, когда у меня броня ушла. Так, ты не бери, гадость. Короче, надо будет, конечно. Надо будет, ну, как минимум, еще парочку огнешаров вкачать. Что-то похоже, реально 10% секретных повреждений были весьма-весьма полезны. Смотрите. То есть я их выносил с одного удара, а теперь они как бы требуют полтора, грубо говоря. Хм. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Здрасте. Забор покрасьте. Гори-гори, моя звезда. Мы будем вместе навсегда. Ай, ай, ай-яй-яй. Ай, догонит. Ай, догонит. Ой, догнал. Не попал, не попал. Ай, тупорылая ты морда, лови еще. Ну и? Серьезно? Ты, блин, серьезно? Ой. Руну взял. И это все, что я с тебя получил? Кучу золота и ничего полезного. И пару луков. Ну да. И очень нужный, блин, посох. Что-то, похоже, у меня защита лихо просела, да? Судя по всему. Что ж ты все? Ну, мне сейчас куды? А, ну да. Ну да, ну да, пошел я нахрен, как говорится. Ну, что-то эта горящая кость так себе работает. Будем честны. Жалко. Пошли. Здрасте. Сдохни, плюшевый ублюдок. Ты вообще кто такой? Ничего, ручками соберу. Не надорвусь. Там какой-то светящийся посох бродяги. А руна пусть пока полежит. Так. В топку, в топку. Арнум. Да выпей эту херню. Так, слушайте, мы же здесь были. Куляда. Дайте его в корень. Мы же тут уже были, елки-палки. И дядю этого побеждали. Лестница сломана, что ли, или что? Ну да, пошел я нахрен. Так. Броню, пожалуйста. Сохранимся. Минуточку. А тот портал в ад, который там крутится, нам туда что, не надо, хотите сказать? А ну-ка. Ну, что-то. Что не накладывается? Ладно, фиг с ним. Пустите! Эй! Не пускают. Боятся. Ну, я, по крайней мере, проверил.
Да? А что там по заданиям-то, ёлки-палки? Чтобы прочитать. Так, пять ущелья, пираты, капитан Вернон. Палата ритуалов, ворота проявления в Шадарнож, здесь же смещает демон Саккара, время для пляски смерти, демон Саккара повержен, но ворот Майя, но ворот не закрылись, может быть Шадар сумеет помочь, мне нужно скорее вернуться через ворота. Да, ну, ладно. Еще работает, это тоже. Да идите вы, блин. Не, ну в целом вносит неплохо. Так, сохранимся перед разговором. Что-то мне подсказывает, что этот умник меня сейчас обманет. Найди Неофистоса, адского кузнеца. Он сторожит камень света, необходимый для того, чтобы победить Антукара. Тебе это удалось. Башня снова моя. Прими мою благодарность. Я бы хотел помочь тебе на твоем пути, но не могу. Я должен оставаться в башне, пока не искуплю все свои прегрешения. Все, что я могу сделать, дать тебе один совет. Для того, чтобы победить Антукара, тебе нужен камень света. Это единственный в Анкаре камень, обладающий достаточной мощью. Собранные тобой руны ворот откроют путь в сердце источника силы Антукара, во внутренние круги ада. Это еще кто? Призрак Валора. А? Что это? А, будильник уже? Если. Так, и что, и куда? Не рычи. А, ну то есть мне надо с призраком Валора пообщаться, да? Так, ладно, ну давайте, раз будильник квакнул. Так, проверка. Работает. Поставить. Давайте ставим перекур и потом продолжим.